Самые, наверное, счастливые годы моей жизни были связаны со стенами нашей консерватории, потом Академии музыки. Потому что мне посчастливилось учиться у таких людей, как Анатолий Васильевич Богатырев, Владимир Владимирович Оловников. То есть это были высочайшие профессионалы, конечно, и личности, с которыми общение одно давало какие-то импульсы к дальнейшему творчеству. И мне очень бы хотелось, чтобы и мы, и те, кто придет к нам на смену, несли вот этот высочайший уровень профессионализма и все то, что мы называем белорусской композиторской школой.